сложно представить, что этот вагон трамвая 2001 года выпуска. Здесь новые удобные сиденья, есть электронная система оплаты и даже Wi-Fi. Специалисты не забыли и о безопасности пассажиров. Вагон оборудован системой видеонаблюдения. В Уфе впервые осваивают навыки капитального ремонта общественного электротранспорта. Не очень приглядно виду трамвая ездить по Черниковке, поэтому мы поставили задачу себе своими силами сделать хоть какой-то приятный подарок горожанам. Если покупка нового трамвая усть-катавского производства стоит от 20 до 22 миллионов рублей, то вот наше восстановление обошлось чуть более миллиона рублей. Состояние кузова этого вагона было достаточно хорошим, поэтому не было необходимости переделать его кузов. И у этого трамвая изначально установлена была автоматизированная система управления. Соответственно, нам не пришлось тратиться на ее покупку, только на ее ремонт. Начиная с где-то середины ноября прошлого года мы, наши люди, все-таки реанимировали его, полностью его покрасили, заменили сиденья антивандальные, поставили, установили дополнительные печи в салоне. Вагон обновленный, комфортабельный, уютный, красивый, мягкий, больше вместимости. Дополнительно установлено зеркало мертвой зоны, что можно увидеть человека впереди вагона. У нас установлен стационарный терминал в вагоне. То есть пассажир, имеющий транспортную карту, может сам подойти и пробить себе билет. Прикладываем карту, и начинается печать билета. Вот если смена 12-часовая, то 500 и больше пассажиров. Поэтому помощь, конечно, существенна. Работать, конечно, приятно в таком вагоне. И чисто, и светло, просторно, и тепло. И пассажирам, я думаю, тоже очень приятно будет прокатиться на таком вагоне. Надеюсь, власти города и власти республики нас поддержат и выделят средства на капитальное восстановление и ремонт нашего подвижного состава, который позволит нам еще лет 10 пользоваться тем парком, который у нас есть. Требует ремонта вот только трамваев, более 90 штук, в течение 3 лет отремонтировать. По троллейбусам чуть ситуация получше, то есть в последнее время поступали новые машины, но тоже порядка 60-70 машин требует ремонта. Сейчас мы, кстати, ведем работу по капитально-восстановительному ремонту 6 троллейбусов, где и один из них, мы надеемся, мы даже сделаем с автономным ходом.